Удивительная природа, очень много достопримечательностей, очень хорошее чистое море. Живописная природа и крымское радушие. Именно этим и привлекает полуостров семью Баландиных. Мечта побывать в Крыму сбылась только этим летом. За неделю отпуска уже успели посетить самые известные достопримечательности Южного берега. Не оставили без внимания и дворец Массандри. Поражает архитектура на самом деле, похож вот на какой-то, будем говорить, Лувр. Баландины приехали из Нижнекамска, что в Татарстане, остановились в Ялте. Считают город идеальным местом для семей. Отдыха. Тут есть аквапарки, бассейн, море, очень красиво, милые медузы, которые похожи на желе, очень классно. Семья из нового вида туристов, то есть разбалованные зарубежным сервисом. Раньше они отдыхали только на заморских курортах. Им есть чем сравнивать. Очень хорошее качественное обслуживание. Самое главное, я уже говорил о том, что вот те люди, которые тебя окружают, это абсолютно доброжелательные, гостеприимные люди. Это семейный отдых, это хорошего уровня отдых на территории Российской Федерации. И я считаю, что вот наряду даже с зарубежными странами, нисколько не уступает. Здесь очень комфортно себя чувствуешь. В путешествие отправились на машине. Проехали более 2000 километров. По пути успели оценить Крымский мост и новую трассу Таврида. Отдохнули замечательно. Даже уезжать неохота. На самом деле, вот сегодня последний день отдыха. Но и я, и моя семья, даже вот такое чувство какой-то грусти, что ли, что вот этот отдых уже закончился. Мы обязательно приедем в следующем году, потому что не все еще достопримечательные посетили. Последний день отдыха Баландины по традиции выбирают подарки и сувениры для родных и близких. Впечатление самое положительное. Очень все понравилось, очень здорово. Уезжать вообще не хочется. Сегодня последний день здесь. Ну, вообще, это просто очень суперский отдых. Мы будем его советовать всем нашим друзьям, товарищам. Мы прям в восторге вообще от него. Границы закрыты, а Крым выбирает все больше россиян, ранее предпочитавших заморский отдых. Уже забронировано более 90% номеров в гостиницах, санаториях и отелях. Попав на полуостров, многие туристы сравнивают его с Черногорией. Здесь есть свои Мальдивы в Оленевке, Карибы в Поповке, Швейцария в Балаклаве. И все это на одном полуострове. Крым стал самым популярным направлением для отдыха среди россиян. Сезон 2020 только начался, но уже обещает быть самым полномасштабным за последние годы. Айша Шулакова, Виталий Голубев, телеканал «Милет».